тренер фитнес-клуба Spirit. Я Алтухов Антон, также персональный тренер клуба Spirit. Мы еще живы. Да, и сегодня у нас вторая тренировка в новом формате. К сожалению, опять же таки, новости были не самые радостные для всех нас, когда мы узнали про временное закрытие клубов на карантин, но мы не расстраиваемся, настраиваемся позитивно и поэтому продолжаем тренироваться дома. Карантин закончится, потом уже и лето, и должна быть готовая форма, поэтому дома мы переедим всю вот эту вот припасенную гречку, мы будем ее использовать сегодня в качестве отягощений. На самом деле, да, у нас сегодня будет круговая тренировка на все группы мышц с акцентом на нижнюю часть тела после тренировки Антона. Более такой брутальный, наверное, да? Брутальный, бородатый тренировки. Вот, посмотрите обязательно в записи эту тренировку. Что нам необходимо из дополнительного инвентаря? В принципе, у кого что есть, мы будем использовать бутылочки с водой. У меня две бутылки по литру, а Антона... Так, по литру 75. Да, литр 75. Поможешь? Выполняем все упражнения без перерыва. Будем делать 3-4 раунда. Посмотрим, как Антон выживет после вот первой тренировки. Да, сразу на второй. Может быть, нам снова дадут. Дадут дополнительный раунд. Дополнительный раунд. И Вика с радостью его сделает. Ну или... Я туда, я могу. Или я. И я тоже. В общем, все упражнения мы выполняем без перерыва. Никаких 10-15 секунд. То есть стараемся прям максимально интенсивно, максимально темпе работать. По порядку мы сначала будем выполнять приседания жимом, отжимания, выпады на каждую ногу отдельно. После этого тяга в наклоне на спину, румынскую тягу, махи, отведение плеча и пресс. Только после этого мы отдохнем 2-3 минутки. Даем себе диапазон тоже, потому что мы тренируемся вместе с вами. Так что давайте берем инвентарь, готовимся. А кто-нибудь остался после первой тренировки с нами? То есть все-таки нет таких? Мы пока не знаем. Ребята, если кто-то, если у кого-то вторая тренировка, пишите, чтобы мы знали, что вы у нас самые сильные. Да, да, есть у нас. Есть у нас участники, которые да, заходят на второй круг. Как вам первая тренировка? Все, надеемся, то, что вы взяли отягощение. У кого есть эспандеры, гири, гантели, используем на самом деле то, что есть. Работаем в диапазоне 12-15 повторений. Кто может, выполняем максимальное количество повторений, кому тяжеловато, выполняем. Ну, стремимся к 12. Максимально 15, может и 20. Если вы работаете очень интенсивно, с весами дело обстоит так же. Если вы можете румынскую тягу выполнять, да, там 20, 30, 50 килограмм, может быть, у вас есть дома. Работаем с этим весом, если вам нужно. Погнали. Да? Приседания с жимом. Поехали. На вдохе опускаемся, на выдохе возвращаемся в исходное положение. Еще 10. Загружаем бедра. 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, отлично, и сердечные раскипатели бедра. Тяга в наклоне. Задействуются мышцы спины. Я покажу. Поехали. Насколько разнообразным может быть рабочий момент? Если то же самое движение мы будем выполнять, допустим, когда я прижимаю ее стопы, подключаться мышцы, которые тазобедренный сустав уже пересекают. Включить подвздошные, поперечные мышцы и прямая мышца бедра. Все то, что пересекает. Соответственно, движение теперь, да? Не делаем, когда необходимо исключить давление на органы малого таза. Допустим, когда критический дюйм делаешь. Прямую мышцу еще со второго-третьего дня можно подключать по самочувствию, а вот пересекаешь что-то. Еще важный момент хочу добавить, то что скручивания, они не помогают нам избавиться от жирового компонента, локального жиросжигания не существует. И вот эти все наклоны с отягощением влево-вправо, они не уменьшают нашу талию, а выполняют, к сожалению, действия ровно наоборот. Так как начинают задействоваться косые мышцы. Воды попейте! Ждем, пока Антон пьет, и переходим ко второму раунду. Я вызываю тебя на бой. Готовы? Напоминаю, выполняем сначала приседание с жимом. Поехали? Поехали. Пять.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и закончим. Пятом наклоне. Вода. Не реклама, но святой источник, конечно. Ты уже не куда-то.
настало время. Что это такое? Прежде всего, не дальше. Определенно, лучше точно. Если рассматривать соревновательные категории, проект, пропорция, речь составит определенно. Она и самая важная составляющая. Мне кажется, у девочек тоже. Это визуально, да? Улучшает танец, дает пропорции X-образной фигуры. Так что зря многие девочки боятся работать над верхом. Итак, три круга позади, и как? Идем на четвертый? Давайте, кто там с нами тренируется? Четвертый круг, голосуем. С условием, да, идем все вместе, конечно. Только вместе. Только вы смотрите, а мы тренируемся. Или мороженое хочется? Да, мороженое, да. Мороженое. Да, идет. Не... Ну, пожалуйста. Нет, все голосуют за четвертый круг. Тогда снимайте сторис, включайте всех нас, и как мы делаем четвертый круг, Антон. Идем, идем. Все говорят, пошли. Да, как все, Антон? Все тренировки хранятся у нас же там на канале. Ну ладно, поехали. Антон, мы поехали. Куда едем? Замороженный. Если вот всех спросить, то все скажут, что ты...
все дышат. Ну что, ребята, напишите, как вам, как тренировка, как упражнение. Напишите, какая у нас огненная команда тренеров была сегодня в эфире. Супер, большое спасибо, класс. Спасибо, ребята. Там был вопрос про стаж, ребята. Да, у нас спрашивали, как давно вы тренируетесь? Последний турнир был в Будапеште, про квалификацию NPC, второе место занял, до 90 килограмм. Достаточно успешно поступаем, потихонечку движемся, сейчас период отдыха, потом набирать, готовиться, сливаться, все периодами, циклами. В общем, главное сохранить здоровье, друзья мои. Да, вот повезло, а я застряла. А вот она в сезоне застряла, да. Все отменили. В соревновательной форме и никуда не могу деться. Держать и работать дальше. Друзья мои, основное пожелание. Берегите здоровье, чем бы вы ни занимались. Это тот ресурс, который сложнее всего восстанавливать. Кем бы вы ни были, каких бы результатов вы не хотели и могли достичь, на самом деле, да. Не стремитесь никогда это форсировать. Весь этот процесс. Всему свое время. Чувствуйте организм. Нужно где-то потерпеть. Дорогу осилит идущий. И самый терпеливый. Спасибо. Ребята, у нас еще один вопрос по технике. Насколько глубоко нужно наклоняться в румынской тяге? Можно отвечу? Давай. Собственно, румынская тяга. Смотрите, здесь есть основной момент. Первое. Есть понятие костного упора. Бедренная кость, головка бедренной кости, находится в вертлужной впадине таза, тазобедренной кости. Соответственно, кость, вертлужная впадина, да? Форма вертлужной впадины у каждого человека своя, соответственно, подвижность своя. Условно, угол, в котором достигается этот самый костный упор, считается примерно до 60 градусов между бедренной костью и, соответственно, корпусом тела. Далее, опускаемся вниз до полного натяжения ягодичных мышц, достижения костного упора и при всем при этом, чтобы сохранялось натяжение в мышцах разгибающих позвоночник, то есть в коре. В моем случае я начинаю опускаться. Опускаюсь. Корни тянуты. Здесь ниже. Оп. Уже костный упор достигается. И я начинаю подкручиваться вниз. Расслабляю таким образом мышцы коры. То есть угол примерно 60 градусов. И всегда натянутый позвоночник. Пока натянут вниз, я опускаюсь. Ниже уже не ухожу. Примерно до уровня коленного сустава. На уровень коленной чашки, либо чуть-чуть ниже. Для каждого это индивидуально. Обычно все эти углы ставит ваш персональный тренер, либо человек, который более-менее разбирается в анатомии тела. Спасибо, Антон. Спасибо, ребята, очень много слов благодарности. Вам спасибо, Spirit People, что были с нами. Увидимся завтра. У нас уже расписание утренних эфиров в нашем аккаунте в Instagram. Еще раз всем спасибо. Всем пока. Всем доброго.